Эй, ты живой? Так, ну вот, поставила я им маленький стаканчик с водичкой. Кипяченая вода теплая, марганцовочку разлила. И вот, конечно, они не понимают, что туда надо подойти и попить эту водичку. Сейчас я попробую показать, что это можно делать. Давай, иди попей, мой маленький. Будешь пить? Давай, а ну. Тихо, 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 тихо. Вот немножко он глоточек сделал, все. Чтоб он понимал, вот, что туда надо идти пить. Иди пей, иди. Так, тихо. Вот одной рукой неудобно. Хотела показать, как я это делаю. Вот так. Пьешь? Вот. Все, ты уже знаешь, что туда можно подойти. Так, давай, малышня, всех по очереди. Всех по очереди, давай, 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 давай. О! Все? Так, ты следующий, давай. Давай, давай, давай. Пищите мне тут. Вот. Так, теперь ты. Давай, давай, мой хороший. Вот так, вот так. Все пьем. Так, что-то я уже запуталась. Всем дала или не всем? Тихо, тихо. Давай, 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 давай. Вот, ё-моё, неудобно мне. Одной рукой иди. Вот так. Вот. Попил, че не попил, непонятно. Так, а тебе, видать, жарко или что? Или ты просто там отдыхал в стороночке? Давай, давай, вот так. Все, все, я им показала, что здесь можно пить водичку. Да? Ты понял, что там надо пить водичку? Или нет? Красавец. Конечно, им сейчас не до воды, потому что отдыхают после вылупления. Для них это довольно-таки тяжкий процесс. Вот, но уже видно, что цыплятки начинают ходить. Ну, куда вы прибежали к этому стакану? Только не переверните его. Вот. Я всегда ставлю стаканчики. Всегда цыплятам. Просто смотрю, если цыплятки совсем маленькие, я ставлю маленький стаканчик, конечно. Когда они подрастают, я ставлю повыше стаканчик. Но всегда у меня стаканчик стоит у цыплят. Я не ставлю им блюдечки. От блюдечек мокрота. Запомните это. Мокрота будет в вашем птичнике. Ну, а ну, догадается попить. Рядом клюет. Опа! Смотрите, уже попил даже чуть-чуть, то есть попробует водичку и будет знать, что там можно пить. Вот. Чем хорош стаканчик? Они не наступают на него своими лапками. Они подходят и пьют с этого стаканчика. А если поставить блюдечко, они в это блюдечко и лапками становятся и разносят эту влагу по всей территории, вот. По всей подстилке, и она у вас будет мокрая просто-напросто. Цыплятки греются. Им тут тепленько, да? Тепленько, мои хорошие. То я термометр забрала у них. Все. Немножко тут освежила воздух. Открыла вверх. Сейчас закрою. Водичку дала. Надеюсь, стаканчик стоит хорошо, потому что я его поставила сверху подстилочки. Он может упасть, потому что снизу неустойчивая платформа. Вот. Ну, пока мисс они не понимают, не подходят они пока к этому стаканчику, но подойдут. Все, грейтесь. Закрываю вверх. Закрываю. Термометр вот забрала у них. Не могу пока знать, какая у них там температура, потому что поставила здесь вот термометр. Здесь мне тоже важна температура какая. А то я сюда столько раз лазю, уже
температура упала, скорее всего. А мне же надо что? Мне надо, чтобы другие цыплятки тоже повылуплялись, то есть, чтобы была нормальная температура. Вот эти цыпки тут греются. Ну, опять ты на яйца лег. Ты чего на яйца лег? А яйца тепленькие, им хорошо на них. Хорошо на них, да? Грелочка для них. Но вы мешаете другим, понимаете? Другим птенчикам вы мешаете. Нежелательно, что так вы сверху тут кувыркались. Это такой черненький, боевой. Кстати, у него на головке как пятнышко такое беленькое. И так интересно. Кстати, у меня же есть одна курочка с хохолком серенькая. Вот. Интересно это. Какой цыпленок будет? И будут ли у меня с хохолком цыплята? И, кстати, вот я раз заговорила об этой курочке. Вот это яйцо, сейчас я его увеличу. Вот оно. Вот крестики 4. Вот видите? Вот это яйцо от этой курочки. Вот пока одно заметила, потому что оно явно такого цвета, как с таким еле-еле, как с розоватым оттенком таким. Ну, хотя, может быть, я и ошибаюсь. Но посмотрим. Да? Все. Грейся, грейся. Ой, господи, малышня. Яйца с крестиками так у меня еще и лежат пока. Проклюнутые, но никто не вылупляется. А вот адлерское яйцо, посмотрите на этого цыпленочка. Он уже там. Старается только так, смотрите. Еще пару движений, и он будет на свободе. Адлерское яйцо под циферкой 1. И еще один у нас. Какой по счету? 9, да? Вот. Это 9 адлерский. У меня их 14. Останется еще 5, да? Ну давай. Тебе что там, неудобно, да, наверное? Неудобно тебе тут, скажи? Тебе мешают тут яйца, которые рядом лежат, да? Давай помогу чуть-чуть. О, голубка уже вышла. Все. Молодец. Отдыхай. И выйдешь полностью уже. И тогда я заберу эту скорлупочку. Тихий час. Слышите, прямо слышат, слышат. Шепотом будешь разговаривать, они и то слышат. Красавчики. Ну что, мой красавчик, ты уже вышел, можно так сказать, да? Ты вышел? А? Умничка, умничка, давай, давай. Ну, давай мне скорлупочку. Давай, 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 давай. Вот так, тихо, тихо, тихо. Это твой домик, да, я понимаю. Это твой домик, но я его забрала, все. Был твоим домиком, был твоим убежищем. Все, теперь у тебя свобода. Так, да, я тебе тут, что тут у тебя? Прилипло к твоей папке. Дай почищу, белочек.
прилип. Вот. Ну вот. По счету всего 10-й цыпленочек. Адлерский. Ура! Ура! Обсыхай, мой хороший, обсыхай. Вы знаете, хотела, чтобы вы послушали, как они внутри идет интенсивная работа внутри яиц. Постукивание слышно. И сейчас цыпленок просто пищит и не будет слышно. А так сейчас. Вы слышите постукивание? Слышно? Слышно, как они там постукивают? Идет интенсивная работа. Кропотливая работа идет. Изнутри. Мои малыши никак, никак не могут. Да? Ничего? Еще у нас есть время. Да? Да, малыш? Ты один, да? Тебе скучно тут. Не пищи, не пищи. Сейчас немножко тут обсохнешь, и я тебя перенесу ко всем. Так что не пищи, потерпи немножечко, потерпи. Вот яйцо с крестиком, циферка 4 на подходе. Тоже цыпленочек вот-вот уже выйдет. Уже, можно сказать, почти выбрался, да? Вон как он пытается. Пытается уже побыстрее вылезти, да? Но не тут-то было. Не получается. Так быстро не получится. Да? Давай. Подвину тут немножечко яйца, чтобы тебе легче было, да? Вот так вот я его. Чтобы когда он будет раздвигать эту скорлупу, чтобы она разошлась в разные стороны, чтобы ему легче было выбраться. Уже так вот помогаю. А вот тут посмотрите, сзади цыпленочка вот. Вот это яйцо. Вот оно. Там оказывается тоже. Да? Там это, оказывается, тоже он цыпленок. Твой, подвинься. Вон, какая трещина, посмотрите. Ха-ха. Еще чуть-чуть и треснет полностью яйцо на две части. Посмотрите, как лопается яйцо. Циферка 3. Ну, кто из вас первый? Ну, так покажу. Кто из вас первый вылупится? Вот. Справа или слева? Так, а тебя, наверное, уже отправлю я. Отправлю ко всем остальным цыпкам. Хватит тебе тут. Хватит тебе тут. Идем. Идем, чтоб ты тут не мешался. Пошли, мой хороший. Пошли, мой хороший. Идем. Тебе здесь понравится. Тебе здесь понравится. Тут тепло. Хорошо. Ну, принимайте новенького. Новенького принимайте. Все? Не будешь пищать? Не будешь уже пищать, да? Тут все свои. Ну, а тут будем ждать. Вот уже пошли наши цыплятки.
яиц с крестиками от инкубаторских курочек наших. Вот и Бузина, как он тут запищал. Смотрите, взяла в руки. Вот, взяла в руки. Прям как запищал. И тоже вот-вот скорлупа сейчас треснет на две части. Такое ощущение. Прям он как там весь в работе. Весь в работе. Так, здесь что я сделаю? Я подвину вот это яйцо. Вот так. И это яичко подвину. Вот. Все, чтобы ему легче было это яйцо раздвинуть. И этому цыпленочку тоже, чтобы было легче раздвинуть. Ну, уже вот помогаю таким способом, чтобы ему было легче эту скорлупу с себя снять. А вот этот цыпленочек, вот он, циферка 1, но никак он не может. Еще когда он проклюнулся, никак не может он никак прогрызть эту скорлупу. Не хочет, но не надо. Отдыхай, набирайся сил. Давай. Все, закрываю коробочку. Пусть будет здесь тепленько. А, вот единичка, единичка. Сейчас увеличу, если будет видно. Двигается сейчас. Нет, сейчас не двигается. Зато это двигается хорошо, да? Но пока еще не надумал вылазить. Пока не надумал вылазить. Или надумал? Давай, выходь. И тот надумал выйти. Троечка. В общем, троечка и четверочка у меня на подходе. На подходе. А вот эта четверочка, что-то ты тут тоже заглох. Никак не можешь выйти. Клювик виден, все. Какую-то часть уже расколупал. А дальше не может. Чего не можешь? Давай, наверное, тебя от центра уберу в сторонку от лампочки. Поставлю вот это яичко сюда. Вот. Вот так вот сделаю. Вот. Потому что по центру лампочка больше греет, чтобы не было сильного перегрева. Ну что, ты уже, да? Ты уже, смотрю. Можно сказать, вылез. Четверочка. Тоже, да? Темный цыпленочек. Темненький. И вон тот. Троечка у нас тоже вылупляется. Ну, я вот так разверну сейчас. Разверну сейчас. И лампа тут. Не, так мешает. Давайте вот так. Вот так. О, самый раз. Самый раз. Немножко, чуть-чуть увеличу, чтобы вам было видно и одно яйцо, и другое яйцо. Вот, в поле вашего зрения. Два красавчика на выходе у нас. Ну, кто из вас осмелится уже покинуть эту скорлупу яйца? Тяжело вам, да, тяжело. Ну ничего. Уже победа близка. Победа близка. И смотри, тройка более такая интенсивная, да? Ты пока будешь выходить под цифрой 4, тройка быстрее тебя сейчас вылезет. Ну, давай быстрее шевелись. Что ты так долго? А ну, ну, кто первый? Кто первый?
смотрите, лежит с открытыми глазками. С открытыми глазками лежит. Что ты, загораешь? Ты обдумываешь план действий? Вылазить или не вылазить? А? Вылази уже. Вылази. Давай, я тебе уже помогу. Да? Помогу тебе немножечко. Давай. Кто тут у тебя? Опа. Кто тут у тебя? Будешь выходить? Будешь? Пленочка еще влажная. Так. Больше тебя пока не трогаю. Да, что ты смотришь, приготовился? Вылази же. Не буду я тебя вытаскивать. Вылази. А тот полным ходом уже. Полным ходом сейчас вылезет. Этот все-таки не темненький, а вот тут темненький. Этот какой-то рыженький, непонятный. Этот рыженький, а тот будет серенький. Ну, все, получается выйти или нет? Получается? Давай. Боюсь тебя задеть. Оп-оп-оп. Все, вот и все дела. Да? Так, это у нас четверочка. Вон там троечка вылазит. Так, дай тебе почищу попку. Дай попку почищу. Стой. Все. Все, и все делай. А шо? Уселся. Что ты уселся? Опа. Я тебе тут переверну тебя. Давай, давай. Тут ты лежишь мне тут. На спинке. Вон, смотрите, там уже полным ходом вылазит цыпленочек. Дай я подвину тебе, дай. Дай подвину, дай я тебе почищу, дай. Вот так, все. Почистила. Смотрите, какой он. Рыженький. Слушайте, наверное, красненький будет. Да, или рыженький. Ну, что, все, сам. Где тут голова твоя? Где твоя голова? Тут-то что ли? Эй, где твоя головка? Ой, вылази, вылази. Вот, вот. Молодец. Давай. Дай сниму с попки твоей. Вот так. Все. Вот и все дела. Вот и молодец. Да? Сняла там с твоей попки. Все, что там осталось. Вот. То серенький, а это будет красненький. Да, мой хороший? То, иди туда. Иди к Тому. Иди. Вот так. Вот. Вдвоем вам будет веселее. А то тут запачкали яйца. Они что же должны тут быть? В чистоте они должны быть. А не в грязноте, чтобы ничего не мешало цыпляткам вылупляться. Сейчас я вытеру тут и уберу эту скорлупку и подвину яйца к центру.
Вы посмотрите, что тут у меня делается. Вы посмотрите, что тут у меня делается. Отлучилась на полчаса буквально. Прихожу, смотрю, у меня тут уже 4 тепленочка. Так, было 2. Я их тут оставила. Это один темненький и один вот этот вот непонятно какой расцветки. То ли пепельный, то ли рыжий будет. Вот. И вылупились еще 2 темненьких. И вот вылупились с этого яйца. Вылупился цыпленок. Вот по цифре 4. Так, выкидываем скорлупу. И. Опа. Так, что тут у нас? Сейчас я посмотрю. Ага, цифра 2. Значит, 4 и 2. Так. Ну что, я их переношу к остальным цыпочкам, чтобы они мне тут не мешали другим, чтобы не мешали другим цыпляткам вылупляться. Идем. Так, сразу беру по 2. По 2. Давай. Пополнение. Принимайте пополнение. Ну, дайте я гляну. Животик. Хороший животик. Желточка не видно. Желточек втянутый. Это самое главное. Так, что мы тут пищим? Давай. Давай. Вперед. Вперед. Ну и этого тоже сразу кину туда. Пусть греется. Вот. Иди, иди грейся под лампочкой. Красотульки. Красотульки. Пищат. Кстати, цыпленок уже понял, что здесь надо пить водичку. Подходит к этому стаканчику. Вот один и второй уже. Видела, что пили водичку. Пробуют ее. Не пьют, а пробуют. Но уже понимают, что надо подойти и попить эту водичку. Так, что тут у нас осталось? Что тут осталось? О, мы тут еще пищим. Да? А ты когда думаешь выходить? Когда? Ты сколько там будешь мучиться мне? Сколько? Кто хотел, уже давно вышел. Сидишь там. Надо уже выходить. Так, вот и адлерские у меня еще тут пооставались. Не все вышли. Начали вылупляться цыплята с крестиком. Вот инкубаторских моих курочек. Поворачиваю все их как положено. Они у меня должны быть крестиками вверх. Или буковкой А вверх. Вот, поправляю. Все. Все. Ждем дальше. Кто из вас вылупится? Закрываю тут. Ставлю досочку. Пищат цыпки, пищат. Коробочка у меня здесь вот стоит на столе, чтобы далеко не бегать. Все здесь рядом. Свет горит. Пусть греется малышня. Вот. Пьют. Да? Пьете? Вот это постарше цыплятки. Они уже более так вот устойчиво стоят на ножках. Видно, они постарше. И вот он уже понимает, что-то дёбает. И потихонечку пробует водичку на вкус. Так, ну вот у меня яйцо под циферкой 6. Вот как видите, полным ходом там идет. Полным ходом там идет уже.
вылупление. Он снизу все яйцо прорезал уже. Осталось верхушку только снять. Да, выходи. Выходи, малыш. Рядышком пятерочка. Вот эта пятерочка. Вот тоже смотрю, что там. Ну, так вот, посмотреть все яйца, в принципе, по чуть-чуть уже наклеванные. Но есть несколько, конечно, яиц, которые вообще еще не наклеванные. Я не знаю, как там будет. Есть некоторые. Но там я посмотрела, зародыш живой, но он еще даже и не думает. Не думает выходить. Хотя, как я уже говорила, есть такие цыплята, которым очень не терпится выйти наружу, причем быстро. Они могут долго не лупиться, а потом как проклюнутся, и тут же сразу и вылупливаются. Есть такие, да. Вот смотрите, как он эту скорлупу яйца разрезает по кругу, да? Молодец, молодец. И что? Ты тоже темненький цыпленок. Самое интересное, что вот все цыплята, которые у меня вылупляются от моих курочек молодок, да? От моих инкубаторских курочек, все цыплятки пока темные. Белые еще не вылуплялись. Интересно, будут они или нет? У меня белые только адлерские повылуплялись. Ну что ты там? Что? Что тебе там мешает? Давай, выходь, давай на белый свет. Выходи. Помогу ему. Да? Помочь или не надо помогать? Раздвинуть. Не буду. Пусть сам уже. Осталось совсем чуть-чуть. Просто вот отодвинула. Вот. Все. Сейчас сам выйдет. Отодвинула яйцо, чтобы ему легче было вылезти оттуда. Ну вот, голову он уже освободил свою. Сейчас отдохнет цыпленок и начнет дальше, да, вылазить. И шо? На тебе эта скорлупа как панцирь на черепахе. Да? Малыш, давай попробую. Опа. Давай я попробую. Давай. Где ты там? То я не вижу. Не вижу. Хоть эту шляпку сниму. Вот. И? Эй! Ты живой? Вылазил и остановился. Отдыхает. Цыпленок устал. Он отдыхает. Ну, тот вот первый номер злосчастный у нас, который вот проклюнутый, никак не может выйти. Отдохнул уже, нет? Ты отдохнул? Скорлупку забираю. Все. Все, отдыхай. Отдыхай, малыш. Это не черненький. Второй такой вот уже. У меня один уже такой есть. Он уже подсох. Сейчас покажу его. Вон он. Рыжий, что ли, непонятно, какого цвета он. Вот. Так и этот такой. И этот такой вот.
Да? Ты вторая копия? У вас мама, папа одинаковые, да? Вы братья или сестры? Кто вы? Закрываю, пусть он греется. А то все-таки холодный воздух сюда заходит. Вот. Ну вот это вот цыпленок, который вылупился. Этот цыпленок, этот 15-й по счету. Господи, когда вы уже вылупитесь, а? Это 15-й. Вот, еще один вылупился под номером 5. Да, выходи, выходи, давай, давай, помогу тебе. Дай, 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 оп, дай тебе почищу, дай почищу тебе попку. Вот он. Маленький. Да? Черненький. Дай тебе тут скорлупка тебе тут нависла. Дай, 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 дай. Опа, упала мне тут. Досочка упала. Черненький. До этого были сероватые цыплята, а этот прям черненький. Красавчик маленький. Под пятым номером. Вот этот вот цыпленок, вот он, никак не может уже долгое время. Я чуть-чуть, если честно, вот чуть-чуть пленочку ему помогла буквально на полсантиметрика. Она уже была раскрыта у него пленочка, но она какая-то была уже как высохшая, что ли. И я уже думала, чтобы он там совсем не устал бороться. Чуть-чуть вот освободила. И уже пошло какое-то ход движения. Но не помогаю. Не помогаю ни в коем случае. Вот этот вот цыпленочек вот в этом яичке. Ну, давайте я его сюда передвину. Вот он. Вот он. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. И вылупится что-то с него. Так, а тут что у нас? Тут что у нас? Адлерская тоже. Тоже должно вот-вот. Вот-вот должно уже. Вот это шевелится яичко. Вот оно. Что ты хочешь сказать? А, смотрите, вот. Снизу он колупается. Все, я немножко его, наверное, на бок вот так поставлю. Вот так, вот. Вот. Чтоб ему легче было. Вот. А цыплятки, слушайте, прямо любят. Прямо любят колупаться снизу яйца. Хитрые вводят нас в заблуждение. Мы смотрим на них сверху, да? Думаем, что нет наклёва. А они, оказывается, снизу яйца, да, проклёвываются. Дай мне это яйцо. Что ты на него улёгся? Да, я сюда его поставлю. А ты обсыхай. Скоро пойдешь ко всем. В общую кучу. Ну, вот этот вот цыпленочек. Вот он. Цыпорка 6. Давай, 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 малыш, давай. Выходи, выходи. Как тут мои малыши поживают? Как тут мои малыши поживают? И желтенькие, такие интересные. Водичку пейте, давайте водичку. Причем вот эти все желтенькие цыплята, это все адлерские. А те вот цыплятки, которые черненькие, коричневенькие, серенькие, да? Рыженькие. Это все мои курочки-молодки. Инкубаторские, которые
выводили яйца. Ну вот, они уже лучше на ножках стоят уже. Ой, еще чуть-чуть и будут бегать тут. Кушать им сейчас ничего не даю. Они кушать сейчас не будут. А водичка у них стоит. Водичку они, если захотят, подойдут, будут пить. Он же пытается что-то, слушайте, дёбать. Находит что-то еще. Поклевать. Прошло 10 минут. И вот, что делается в моей коробочке. Еще 2 цыпленка вылупились. Так, а ну, давайте проверим. Стой, дайте тут оторву. Это что? Ага, вот адлерский. Под циферкой 4. Так. Скорлупу выкидываю. Так. А это у нас циферка 6. Тоже выкидываем. Так. Что ты тут на яйца лег? Мэй. Иди сюда в стороночку. Дай этим дышать. Дай дышать им. Так. Попку почистили. Попку почистили. Так, адлерского цыпленка я должна пометить. Я помечаю, как вы помните. С одной стороны. С правой стороны. Правую лапку, правую перепоночку. Вот. Стой. Вот, вот. Уже выходит тоже, да? Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Вот этот вот. Уже тут. Какой тут номер? 5. Что? Что ты улегся? Что ты улегся? Загораешь тут. Неудобно же. Ляжь вот так, чтобы тебе было удобно. Обсыхай. Да. Ну, тот уже почти вышел. Ты ему мешаешь. Подвинься. Подвинься, цыпка. Подвинься. Вот сюда иди. О, все. Все, чтобы спокойно мог вылупиться. А этот, ну, никак, никак не может. Слушайте. Не ложись на него, не ложись. Ну, еще и вдвоем пришли. Так, сейчас я себе запишу, кто тут у меня вылупился. Так, адлерский цыпленок под циферкой 4, да? И от инкубаторских курочек циферка какая? 5, по-моему, да? Вы посмотрите, что они делают. Друг на дружку лезут. Заберу это яйцо отсюда. Вот замучают этого цыпленка. Он и так не может выйти. И так не может вылупиться. Еще на него садятся. Ну, а ты что, мой красавчик? Давай. Выходи. Опа. Опа. Вот. Ну, куда же вы на него все, смотри. Все на него, дайте ему выпрямиться. Дайте ему выпрямиться. Вы куда? Вы куда пошли, товарищи? Ну, ты посмотри на них. Дайте мне его, дайте. Вот. Вот сюда его поставлю. А он же не сидит, вы видите? Он к ним. Смотрите. А они что? Куда? Куда вы тащитесь? Что? Куда вы тащитесь? Малышня. Так, вот этот вот цыпленочек тоже уже на подходе. Циферка 2. Так, ну а этот еще будет, видать, долго мучиться у нас, да? Но уже все равно попытки делает к вылуплению. А этот вот уже все, прокрутился. Но не буду
Пусть сам. Так, сейчас я беру адлерского цыпленка светленького. И сейчас я его помечу. Лапочку. Так, ну что, тот цыпленок уже почти вылез, а этот на него уселся. Ты чего на него уселся, а? Чего ты на него уселся? Подвинься, подвинься. Ты ему не даешь дышать. А ну, давай, давай. Все. А ты что тут? Давай тебе шляпку. Шляпочку. Сниму. Что тут у тебя? Что тут у тебя? Хей. Во-во-во, давай, давай. Осталось тебе совсем чуть-чуть. Давай, я тебе помогла. Прокрутись, а то тут пленочка со всех сторон. О, о, о. Вот, давай. Здравствуйте. Здравствуйте вам. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ну куда ты? Куда ты на него лезешь, а? Посмотри на него. Куда ты? Так, я цыпляток. Цыпляток отсюда забираю, а то они не дают. Не дают. Так, идите сюда. Идите сюда, мои хорошие. Вот, давай. Иди к своим братикам и сестричкам. Этот мокренький, да? Этот суховатенький. Давай, давай, чтобы не мешали мне там. Вот, идите сюда, идите. Так, вот этого желтенького тоже туда. Адлерчика. Маленького адлерчика. Вперед, вперед. Он мокренький еще. Ничего, здесь быстрее обсохнет. В дружной компании. Да? Тебя тоже туда перенести? Ну, идем. Идем, только тебе попку надо почистить. Стой. Так, всем почищу попку. Ну вот, иди, иди, давай. Давай, все. Ой, а ты что тут? Тебя перевернули, малыш. Ой, 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 ой. Вы же их сейчас тут затопчете, эй! Вы же их тут сейчас затопчете тут. Посмотри на них. Ну, ничего с ними не будет, да? Они же живучие. Живучие. Все, закрываю. Чтоб им было там теплее. Все, все. Ты смотри на них, эти взрослые уже борзеют, получаются, да? Уже наглеют. Ну, а вот и вышел. Вот и вышел, молодец. Да? Вот и вышел. Все, умничка. Умничка. Так, попку тебе не надо чистить, не? Дай сюда, дай. Дай, 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 дай. Дай, 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 дай. Вот так, да. Ой, сколько тут мусора. Сколько тут скорлупы. Ну, уже не могу я ее тут выгребать, конечно. Прям до единой. Так, ну что, ждем. Вот это должен домучиться. Давай, зайчик, давай. Так, вот этот вот под пятым номером. Давайте посмотрим, кто следующий на очереди. Давайте, давайте. Пора выходить. Давайте. Время поджимает. Перетащила вот этих четырех цыпляток обратно сюда к яйцам.
А то они маленькие, эти цыплятки. И те уже обсохшие цыплята по ним бегают. Мне их жалко. Я их обратно сюда кинула. Пусть здесь обсыхают. Когда полностью обсохнут, я тогда их туда кину. И вот одно яйцо, как вы видите, да? Вон там цыпленочек. Вон он, черненький. Вылазит. Красавчик. Еще один. Вон он уже. Уже вылез, можно так сказать, да? Ну вот так. Пусть обсыхает тут. Да-да-да. Вот этот цыпленок, который сейчас вот уже вылупливается, да, это 21-й цыпленок. А у меня 39 было. Сколько осталось? 18 яиц, да? По-моему. Правильно я считаю? Да, 18. Осталось тут. Буду ждать. Так, ну что, цыпленок этот вылупился. Сейчас я достаю эту скорлупочку. Так, какой тут номер-то я уже? 5, да? Вот. И они у меня тут лазят по яйцам. Мне это не нравится. Поэтому сейчас я их перекидываю. Уже обсохли. Хватит им. Будут досыхать. Будут досыхать уже со всеми. Давай. Идите. Вот так. Иди, иди. Иди, мой хороший. Давай. И ты иди. Я понимаю. Может быть, не хочешь. Но надо, надо. Маленькие такие, кажется. По сравнению с первыми. Да, малышня. Малышня. Давай. Все, идите, потому что вы мне тут на яйцах ползаете. А мне этого не надо. Все. Идите, мои хорошие. Ой ты, Господи. Все. Утихомирились. Все. Пейте водичку. И все, располагайтесь. Так, а здесь мне надо сейчас поправить вот эти яйца и накрою. Вот этот бедненький никак не может вылезти. Накрою полотенцем и все, и пусть вылупливаются остальные. А то раскидали мне тут все яйца, управились. Вот, управились. Так, вот так вот к центру, да? Даже немножко ближе вот сюда, в эту сторону. Вот. Вот сюда. Давай. Иди немножко сюда, на эту сторону. Вот так. Все. Ох. Так, сколько у меня осталось? Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не поняла. 21? Я считала вроде меньше, нет? Что-то я уже запуталась. Раз, два. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 18 осталось. Оп, тоже мне. Обшиблась. 18. Ну да, я вроде так и считала. 18 осталось. Вот, будем ждать. Все спят. А, услышали мой голос и все, встрепенулись, да? Ну вот, в этой коробочке 21 цыпленок. 21 цыпленок вылупился у меня на 22-й день инкубирования. Значит, 10 адлерских цыплят вылупилось и 11 цыплят, помеченные яйца крестиком были, которые. Вот.
Все эти 11 цыплят, они все темненькие. А те, что желтенькие, это все адлеры. Поэтому спутать тут невозможно. Но я их помечала на всякий случай, потому что я не знала, какие у меня будут вылупляться цыплята. Вот. И какие они в будущем будут. Может быть, они будут менять расцветку свою еще в период своего роста. Вот. Ну, а вот здесь в коробочке. Вот. Пищат. Пищат цыплятки. Вот. 5 цыпляток вылупились еще. Вот. Эти 2 совсем недавно вылупились. Сейчас я вытащу скорлупу. Это все цыплятки, вылупленные с яиц, помеченных крестиком.